И снова здравствуйте, мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И сейчас мы переходим к массажу ног. Ноги сзади. Значит, как я говорил, у нас делится тело человека на зоны по направлению к сердцу. Соответственно, мы все их будем прорабатывать в этой очередности. Сначала будет ягодица, потом бедро, потом икроножные мышцы, голеностоп и завершающая стопа, это будет в конце. И на каждом участке мы гоним кровь и лимфу вверх, только вверх, но все движения практически идут вверх. Как всегда, все начинается с поглаживающих, с разогревающих движений, потом разминание, потом глубокое разминание, если нужно, там проработка каких-то конкретных уже триггерных зон и точек. И потом общее, вся нога обрабатывается целиком, и завершение, как правило, идет вибрации, постукивание, похлопывание, встряхивание. Значит, соответственно, оголили только ту часть человека, которую мы сейчас будем обрабатывать. Если у него там есть трусики, их можно подвернуть и захватить своей простыней, чтобы не испачкать маслом. Масло я уже нанес, поэтому сразу перехожу к разогревающим, растирающим техникам. Любыми способами мы быстро всю поверхность согреваем снизу вверх и переходим к зоне ягодичной. В принципе, в прошлых видео я уже показывал про ягодицу, да, поэтому здесь подробно останавливаться не буду. Поперек ее растираем вдоль волокон ягодичных мышц и переходим к проминанию, такому сначала поверхностному, а потом костяшками пальцев к более глубокому. Все наши движения идут и очень удобно расположены, потому что наш корпус расположен к зоне действия, обрабатываемой зоне, да, и все наши движения уводят лимфу вот туда, в паховую зону. Поэтому в основном все направления движения будут вот такие примерно. Когда мы размяли, переходим к более жестким техникам. Это костяшки пальцев. Вспоминаем наш прием лапа леопарда, которая как шестеренки работает. Проходим несколько полукругов таких вокруг большого верства бедренной кости. Получается раз проход, два проход, три проход, ну, у кого-то может быть и четыре получится. Далее ужесточаем технику и переходим на вот эти костяшки пальцев, прям кулаком поперек волокон ягодичных проходимся. Иногда можно почувствовать, как они натягиваются, сопротивляются. Если есть где-то спазм, то в принципе эта мышца натянута как палец. Ей можно потом отдельно уделить внимание. Сейчас на этом не буду останавливаться. Хаотично размяли мышцы, вертикально вверх провибрировали кулачком, опять же вот так вот вдоль всех этих мышц. И переходим на бедро. Еще раз его дополнительно растираем. Работа с локтевая пойдет с ягодицей немножко позже, когда мы проработаем бедро. Потому что тут мы их одновременно включим в наш массаж. Начиная с бедра, мы практически визуально его делим по вертикали пополам и обрабатываем отдельно внутреннюю часть, не идеальную, и внешнюю, латеральную, немножко по отдельности. Поэтому разогреваем мы тоже широким хватом ладонями отдельно внутреннюю часть, наружную и все вместе. После этого корпус тела переводим
перпендикулярно зоне обрабатывания и вот такими кольцевыми захватами внутреннюю часть снизу вверх разминаем, внешнюю часть снизу вверх разминаем, инвертируем ладони друг против друга и растираем вот этими перепонками, опять же снизу вверх. Быстрое энергичное растирание. Можем включить сюда также и ягодицу. Теперь скручивание мышц перпендикулярно их расположению. Для этого полностью обхватываем всю ногу, как можно больше, захватывая ткани сверху и снизу. Доходим до самого верха и по ягодице уводим в паховую зону. Теперь мы всю целиком эту зону будем захватывать обоими руками. Можно ладонями, но я предпочитаю сразу кулаками действовать. Один кулак с этой стороны ставится, с внутренней, другой напротив него, с наружной. И мы поднимаем всю мышцу целиком. Теперь кулаки меняются и в эту сторону. Далее разворачиваемся лицом к голове нашего пациента. Устанавливаем большие пальцы вдоль вот этой линии визуальной, которую мы нарисовали. И отжимаем вот эти мышцы, задний бицепс бедра, в сторону. Как бы мы его раздавливаем и пытаемся отделить в сторону две половинки. После этого одна рука устанавливается возле бедра, чтобы оно не откатилось. А этой рукой достаточно жестко костяшками пальцев проходим по внутренней части бедра широким хватом, шестеренками, захватами, в общем, всеми нашими техниками, которые мы проходили в прошлый раз. После этого мы ставим вторую руку возле колена, чтобы бедро не давалось вовнутрь, и также обрабатываем внешнюю сторону бедра. Далее включаем шестеренки с обоих сторон, вот так вот идут руки по всей поверхности, снизу вверх, приподнимая мякоть и все бедро наверх. И целиком кулаками опять приподнимаем вот эту всю зону, пытаясь оторвать от стола, как бы, но на самом деле не отрываем. Так немножко отпускаем, оно плюхается назад. Расслабляясь и высвобождая энергию. И заканчиваем эту зону достаточно быстрыми энергичными движениями, растираниями костяшками пальцев. Снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. Итак, друзья, в следующем видео мы перейдем к следующему сету. Это был сет номер один работы с ногой сзади. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. И жмите обязательно на колокольчик, чтобы получать новые уведомления о наших новых видео. До новых встреч, друзья!